Добрый день, дорогие слушатели! Тема нашей сегодняшней лекции – литературная семиотика как наука. Мы рассмотрим этапы формирования литературной семиотики в России. Определим, как, при каких условиях создавалась эта область литературной теории. Какие этапы борьбы за метод прошла эта школа? Каковы ее достижения сегодня? Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы. Первый. Семиотика – наука о знаках. Второй. Научный статус семиотики. Третий. Русская формальная школа – исследование знаковых систем. Четвертый. Семиотический сдвиг в литературной теории в конце XX – начале XXI века. Семиотика – метанаука начала XX века. Семиотика – наука о знаках. Она имеет давнюю предысторию. Определение знака относится к учению Аристотеля. Семиотика получила научный статус в начале XX века. Понятие «знак» соотносится с различными видами деятельности человека, социальными процессами, функционирует во всех видах искусства, в том числе и в художественной литературе. В определение знака каждая наука вкладывала свое понимание. Русская семиотика развивалась под влиянием известных семиологов – Пирс, Моррис. Многие семиологи обходили в своих работах гуманитарную науку. Широкое представление о знаковых системах послужило основанием считать семиотику метанаукой. Таким был научный статус семиотики в начале XX века. Семиотика понимается как метанаука, так как не существует универсального знака, который мог бы объединить разные школы и направления. Язык – универсальная знаковая система. Семиотика получила научное обоснование в языке. Некоторые теоретики отказывают литературной семиотике в статусе. Цветан Тодоров, известный французский семиолог, считает, что литературная семиотика пользуется терминами и понятиями семиотики языка. Объектом ее научного интереса являются такие языковые явления, которые по причинам переходящего или принципиального характера не изучаются лингвистикой. Язык считается универсальной знаковой системой, поэтому семиотика языка развивалась более успешно, создала свою терминологическую базу, которой пользуются другие направления семиотики. Семиотика литературы в России – развивалась вместе с семиотикой языка. Лингвисты изучали языковую систему на литературном материале. Русская филология исследовала словесность, язык понимался как первый элемент литературы. Русские формалисты в период недолгой свободы. В 10-20-х годах XX века сформировалась оппозиционная русская школа лингвистики Трубецкой и Эхенбаум, которая не была однородной. Она боролась с академической школой. В начале XX века
утвердила принципы новой науки – поэтики. Поэтика опиралась на формализм, обобщала европейский опыт на русской почве. Это было мощное направление русской лингвистической, эстетической и литературной мысли. Лингвистические методы и термины переносились в литературную семиотику. Литературная теория и семиотика подвергалась цензурному диктату новой власти. Русская формальная школа сложилась в трудных условиях борьбы не только за метод, но и за выживание. Расцвет русского формализма пришелся на 1916-1928 годы. Это был период революции 1917 года и относительно недолгой свободы для ученых. ОПОЯС – общество изучения теории поэтического языка. Предчувствие разрыва с европейскими школами способствовало еще большему стремлению закрепить и сохранить статус новой науки. В русской формальной школе проявился качественно новый поворот в сторону дегуманизации литературы. В первые годы после революции лозунги крушения гуманизма, гибель старого мира отразились и в литературной семиотике. Первые семиологи литературы Шкловский, Тынянов, Эйхенбаум были членами кружка молодых петроградских филологов ОПОЯС. Кружок сформировался во время работы Пушкинского семинара профессора Венгерова. Подобный антиполитический подход в период слома идеологии в России был совершенно нов и воспринимался как движение общественно-культурного обновления. Литературный текст – партитура музыки. Литературная семиотика художественного текста не была отдельной областью, но уже в начале XX века определила свой интерес к таким сторонам литературного произведения, которые не были предметом интереса академической науки. Этот широкий научный диапазон вывел русскую литературную семиотику за пределы локальной науки после вынужденного прекращения работы внутрисоветской литературной школы. Ее деятельность продолжили русские эмигранты. Открытием русской литературной семиотики можно считать рассмотрение поэтического текста как партитуры, противопоставление текста письменного устному. Такой подход к литературному тексту связан с расцветом риторики в начале XX века. На литературную семиотику большое влияние оказала музыкальная герменевтика, семиотика музыки, теоретические основы которой стали закладываться в это время. Семиотика риторических фигур. В Европе риторика переживала процесс обновления, но ее становление также оказало влияние музыкальная герменевтика. Новые теории риторики сложились под влиянием работ русского, позднее американского лингвиста и семиолога литературы Романа Якобсона, который писал о семиотике риторических фигур. Эти науки также были предметом интереса семиологов литературы. К деятельности кружка формалистов примыкал и Михаил Бахтин, хотя и расходился с кружковцами во взглядах. Бахтин в книге «Проблемы творчества Достоевского» писал о полифонии его романов, которая не строится по типу словесного произведения. В полифонии все голоса ведут свои партии на равных основаниях. Музыкальные структуры в литературном тексте. Перенос музыкальной полифонии на структуру художественного текста Бахтина послужил толчком к поиску музыкальных структур в литературном поведении.
С такой точки зрения исследовались произведения русских поэтов. В них выделялись проблемы звуковой оркестровки, проблемы ритма и звукописи. Такой подход выходит за пределы анализа формы, о чем свидетельствуют работы в области литературной семиотики Бориса Томашевского «Стих и ритм», Николая Коварского «Мелодика стиха». Музыкальные структуры в литературном тексте. Семиологи литературы рассматривали русскую поэзию конца XIX – начала XX века как единый текст русской культуры. Этот текст не был однородным. В этот период сильное влияние на общество оказывала литература, особенно поэзия. Она оперативно откликалась на общественные явления, поэтому она была основой их научного и творческого интереса. Автономия поэтического поля. Многие из семиологов сами были поэтами и писателями, дружили с Хлебниковым и Маяковским, изучали поэтический язык Пушкина и Лермонтова в аспекте литературной жизни и культуры их времени. Одновременно исследовали поэтический язык Пушкина и Лермонтова, показали новые возможности понимания реалий произведений. В это время произошло выделение поэтического поля в автономную сферу. Формалисты стремились определить горизонты будущего. Такая отграниченность объяснялась близостью к Серебряному веку, его традициям, желанием сохранить и развить эти традиции, используя новаторские возможности нового метода. Поэтическое слово как знак. Эхенбаум писал о поэтике Анны Ахматовой, рассматривал ее поэтический словарь как набор определенных ограниченных слов, которые приобретали знаковость, значение ключевых слов. Структура ее поэтического словаря давала возможность для понимания слова как знака, в котором может быть заключен основной мотив произведения. Семиологи и сегодня исследуют структурно-семиотическую основу поэзии Ахматовой, опираясь на опыт своих предшественников. Цивьян указывает на высокую степень семиотичности поэмы «Без героя». Ахматовой считает, что каждый языковой образ является своего рода знаком, указателем эпохи, страны, города, литературного круга. Остранить, увидеть вещь по-новому. Центральным понятием литературной семиотики было остранение Виктора Шкловского. Ученый анализирует процесс создания литературного текста, определяет восприятие вещи или события. Восприятию отводится ведущая роль. В дальнейшем прием Шкловского получит теоретическую разработку в европейских течениях рецептивной поэтики и рецептивной эстетики. Этот прием был сформулирован Шкловским в 1917 году. Анализируя поэтическую речь Толстого в «Войне и мире», ученый заметил, что автор подает образ вещь глазами воспринимающего, который видит вещь или явление в первый раз, описывает свои впечатления, которые расходятся с принятыми литературными штампами. Остранить значит увидеть вещь по-новому, со стороны. Толстой изображает Бородино не глазами военного, а Пьера Безухова. Поэтому картина военных действий становится неожиданно яркой, словно оживает. Остранение стало манифестом формалистов, вошло в литературную теорию, информатику, социологию, психологию. Остранение подчеркивало наличие особенного поэтического языка, который лингвисты в то время не выделяли,
в отдельную научную сферу. Шкловский называл остранение образно-семантическим сдвигом. Семиологический сдвиг. Сдвиг семиологи взяли за основу изучения целого ряда вопросов, которые определяли специфику литературной теории, особую нормативность поэтического языка. В то время литературная семиология не была самостоятельной областью. Она бытовала в русле литературной теории. Интересы русских формалистов выходили далеко за рамки анализа формы литературного текста. Молодые ученые не претендовали на академический статус. Этому не способствовала общественно-политическая обстановка в стране. Внутри школы и вне ее шла острая полемика за отстаивание позиций. Формалисты пользовались научными и антинаучными методами, отстаивая статус науки о литературе. Члены кружка Апояза разработали теорию литературного факта, концепцию литературной эволюции, расширили общие границы семиотики. Внетекстовая реальность текста. Теоретики литературы разработали теорию имманентного литературного ряда. Литературный процесс включался в понятие литературного ряда как явление литературного текста и его поэтического языка. Над этой проблемой работали Тынянов, Эхенбаум, Якобсен. У каждого из них были свои подходы, но и общие установки. Имманентность рассматривалась как способность текста отражать внетекстовую реальность. Литературный текст мыслился как автономная система. Эхенбаум ввел понятие «литературная домашность», анализ формы и поэтики повседневности. Теоретическая разработка понятия «быт» была ответом на актуальную проблему современности. В прессе активно обсуждался вопрос о быте советского человека. Мысли семиологов литературы совпадали с поэтическим определением Есенина, который писал о развороченном буре быти, с утверждением Маяковского о том, как любовная лодка разбилась о быт. Шкловский считал, что быт не поддается систематизации. Поэзия проникла во все сферы жизни и общества. Она была отголоском уличных разговоров, реплик толпы, не понимающей и не признающей слома привычной жизни, размеренности быта. Гонение на литературную семиотику. Литературная семиотика в России развивалась в сложных условиях гонения. Ее характеризует приверженность к национальным традициям, стремление на основе лучших достижений в разных областях определить и сохранить свой научный статус. Основное внимание формалистов было направлено на создание литературной семиотики как точной науки. Научный интерес направлялся на изучение формы произведения, отсюда и название «формальная школа» или «морфологическое литературоведение». Эхенбаум пошел дальше Шкловского. Он определил двустороннюю связь между бытом и литературным текстом. Литературный текст может влиять на быт, быт – на текст. В литературном бытии Эхенбаум выделил понятие «литературная среда», определил степень ее влияния на автора, показал уровни читательского восприятия. Метатекст. Аналитический анализ литературы – выходил за пределы чисто литературного. Тынянов расширил анализ литературного текста, определил понятие метатекст, применил формальный метод при исследовании семиотики кинотекста. Тынянов доказал,
что движение литературы имеет скачкообразный характер, который отражается в поэтической речи. Ученый предлагал исследовать динамику перехода фактов из литературного ряда во внелитературный ряд. Научная деятельность Апояза основывалась на утверждении самоценности поэтического слова. В начале XX века русские филологи рассматривали русскую словесность как единство языка и литературы, с объединением сотрудничали языковеды. Теоретические работы формалистов опирались на художественную практику русских акмеистов, символистов, футуристов. В начале 20-х годов XX века с формалистами активно сотрудничали члены московского лингвистического кружка. Словесные ряды Григория Винокура. Григорий Винокур создал теорию литературной стилистики поэтического языка. Писал о языке Маяковского, особой языковой образности его поэзии. Утверждал образность каждого слова в тексте. Виктор Виноградов выдвинул учение о словесных рядах, которые являются частью языковой композиции текста. Исследование языка Маяковского было актуальным и показательным для времени ломки художественного мышления, когда само время диктовало новые стилистические и смысловые приемы. Потенциальные слова. Винокур усмотрел в неологизмах Маяковского сгусток культуры, услышал ее неповторимые ритмы, определил способ их выражения. Он писал: «В каждом языке, наряду с употребляющимися в повседневной практике словами, существуют потенциальные слова, то есть слова, которых фактически нет, но которые могли бы быть, если бы того захотела историческая случайность. Такие слова превращают форму в знак, превращаются в знак искусства. Литературное произведение рассматривалось как конструкт, описывалась система приемов, поэтическому самовитому слову отводилась главная роль. Формалисты утверждали, что эстетика и история литературы не способны описать поэтический язык, определить границы художественности. Против методологической ветоши. Принцип построения и анализа литературного текста как знака осложнялся разными подходами, постепенным отказом от слишком радикальных взглядов Тынянов. Методы формалистов подверглись резкой критике. Троцкий посвятил этой школе целую главу в книге «Литература и революция». От формализма требовали изучения техники языка, но не признавали существование литературной теории. У чисто формального метода были сторонники и противники. В 1928 году Якобсов и Тынянов, который и раньше занимался семантическим аспектом поэтического языка, опубликовали программную работу «Проблемы изучения языка и литературы», в котором четко сформулировали принципы структурного изучения литературного произведения в соотнесении с другими культурными рядами. Очередные проблемы русской науки о литературе и языке требуют четкости теоретической платформы и решительного отмежевания от участившихся механических склеек новой методологии со старыми изжитыми методами, от контрабандного преподнесения наивного психологизма и прочей методологической ветоши в обертке новой терминологии. Борьба литературной семиотики за метод. Для того, чтобы решать задачи литературной семиотики, формалисты использовали понятия и методы многих наук.
Якобсон смотрел широко на понятие «метод» в семиотике, убеждал Шкловского в необходимости опоры на новаторство в разных областях науки. Подобная интеграция свойственна сегодня гуманитарным наукам. Одними из первых к этому пониманию наступления семиотического сдвига в науке обратились русские формалисты. В работе ощущалось сильное воздействие лингвистики и общей поэтики на литературную теорию, которая сказывалась на определении интереса к структурным специфическим законам искусства. Якобсон утверждал, что литературная теория имеет собственные законы, но они соотносятся с другими областями культуры. Это была последняя методологическая работа Тынянова в формальной школе. С 30-х годов он стал работать в области традиционного академизма, против которого так страстно выступал в молодости. Литературная семиотика за рубежом. После травли метода в 30-х годах 20 века само слово «формализм» превратилось в ругательство. В то время этот метод оказал влияние на развитие семиотики за рубежом. Работу в области семиотики литературы и языка продолжил Якобсон уже в эмиграции в Пражском лингвистическом кружке. Якобсон изучал поэтический язык Хлебникова, противопоставлял его самость естественному разговорному языку. В его поэзии механическая ассоциация сведена к нулю. Диссоциация словесных элементов приобретает исключительный интерес. Мертвые аффиксы оживают. Такая установка на словесную массу направлена на форму слова. Пражская лингвистическая школа, в которой работали русские эмигранты Якобсон, Трубецкой, также находилась под влиянием идей Фортунатова, разрабатывала семиотический аспект произведений искусства. Эти работы стали предметом научного изучения Московско-Тартусской семиотической школы. Нарратология на службе у семиотики. Структуру текста и уровни читательского восприятия в 60-х годах 20 века будет изучать отдельная дисциплина литературной теории – нарратология. На формирование этой науки в Европе и Америке оказали влияние первые опыты русской формалистики – Проб, Шкловский и Хинбаум – теории русских эмигрантов. В период оттепели в русской науке, когда русская литературная семиотика начала восстанавливать свои прерванные в советское время связи с западными теориями, она продолжила опыт первых русских формалистов. Изменение социально-политической обстановки в стране с конца 50-х, начала 60-х годов повлияло на научную атмосферу. В период хрущевской оттепели реабилитировали кибернетику. В науке приоритет получили математика, физика, точность и системность которых повлияли на лингвистические школы, соответственно и на литературную теорию, в которой определилось стремление к определению знаковости литературного текста. Якобсон получил возможность приехать в Россию. Он приезжал в Советский Союз несколько раз. Теперь уже американский семиолог Якобсон был связывающим звеном между формалистами прошлого и настоящего. Морфологическое литературоведение. В 60-е годы морфологическое литературоведение постепенно начало завоевывать свои позиции в Эстонии. Это была семиотическая школа, которая обосновалась в стенах Тартусского университета
под руководством Юрия Лотмана и Бориса Егорова. К этому периоду в семиотике литературы появились работы о высказывании и тексте. Феномен семиотики литературы углубляется после сближения с логикой, психологией, антропологией, социальными науками. В своей программной статье по семиотике Лотман высказал свои требования к литературоведу. Литературовед нового типа – это исследователь, которому необходимо соединить широкое владение самостоятельно добытым эмпирическим материалом с навыками дедуктивного мышления, выработанного точными науками. Он должен приучить себя к сотрудничеству с математикой, а в идеале совместить в себе литературоведа, лингвиста и математика. Вторая моделируемая система. В дальнейшем Лотман пересмотрит эту категоричную позицию. Литературные произведения в контексте истории литературы не рассматривали как производное от лингвистики и математики. Литература начала исследоваться как вторичная моделируемая система. Лотман считал произведение литературы текстом культуры, в котором происходит коммуникация индивида с социумом. Лотман описывает литературный текст как культурное образование, в котором существует определенная иерархия – текст в тексте. Границы текста образуют семиосферу, обрастают новыми смыслами и функциями. С таких теоретических позиций был написан известный комментарий Лотмана к роману Пушкина «Евгений Онегин», в котором он совместил фактологический анализ с историко-культурной ситуацией времени написания романа. Московско-Тартуцкая семиотическая школа. 80-90-е годы XX века характеризуются научной активностью Московско-Тартуцкой школы семиотики, несмотря на смерть Лотмана. В рамках структурно-семиотического метода работают Владимир Топоров, Борис Успенский. Сегодня это единственная школа в России, которая анализирует литературные тексты в знаковых системах языка и культуры. В сферу интересов этой школы входят знаковые системы письма и их дешифровка, моделирующие семиотические системы, искусство как семиотическая система, структурное и математическое изучение литературных произведений, семиотическое единство гуманитарных и негуманитарных наук объединили математиков и физиологов. Самое большое количество работ посвящено исследованию литературного текста. Особую трудность составляет то, что в литературной семиотике нет еще точного терминологического определения некоторым понятиям, так как наряду с анализом литературного текста, как второй моделирующей системы, первой является язык, пока еще не установлено, как соотносятся в тексте семиотические, вербальные и невербальные знаки. Структурно-семиотический метод. В таком случае особенно важно название работы, например, «Семиотика в пьесах Чехова. Жесты». Подобный подход расширяет границы анализа, предполагает прочтение текста, предназначенного для сцены, определяет новые специфические грани образа. Теоретическая установка на понимание литературного текста способствовала многим интересным открытиям в области семиотики текста. Топоров методом структурно-семиотического анализа описал петербургский текст русской литературы. Он писал: «Как всякий город, Петербург имеет свой язык. Он говорит нам своими улицами, площадями, людьми
историей, идеями. Топоров рассматривает текст как знаковую систему, сопоставляет понятие «текст города» с городским текстом. Таким образом, литературная семиотика является сегодня одним из направлений литературной теории. Она прошла сложный путь развития, дискуссионными остаются многие проблемы этого метода. Как, впрочем, дискуссионной остается и сама литературная теория. Итак, мы с вами изучили тему «Литературная семиотика как наука». Рассмотрели этапы ее формирования в школе русского формализма. Определили круг проблем, которые решала эта наука в борьбе за метод. Познакомились с работами известных русских семиологов.